Ежегодная гонка с препятствиями «Живу спортом» прошла в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 2 ноября. В ней приняли участие 232 команды, по 6 человек в каждой. Протяженность дистанции составила 6 километров. На пути к финишу спортсменам предстояло преодолеть 19 испытаний. Это различные стены, барьеры, рукоходы, пирамиды и так далее. При этом каждое препятствие должны преодолеть все участники команды.